Строительные работы в поле, разделяющем два населенных пункта Сургут и Суходол, стартовали несколько месяцев назад. Дорога, протяженность которой составляет 2 километра, не только соединит два поселения, но и заметно облегчит выезд водителям, желающим как можно быстрее попасть на Челновершинскую магистраль. Инициаторами создания дорожной ветки стало управление заказчика-застройщика архитектуры и градостроительства муниципалитета. Основная цель – разгрузить движение по улицам Сквозная в Сургуте и Школьная в Суходоле. На сегодняшний день работы полностью завершены. Ровное новенькое дорожное полотно ожидает автолюбителей. На примыканиях к Челновершинской трассе оборудован широкий и удобный выезд, дорожная разметка. Так что в утренние часы выезжать из дома на работу можно немного попозже. По крайней мере, до Сергиевска никаких, даже минимальных заторов автотранспорта теперь не прогнозируется. К тому же данная работа – это еще отличные инвестиции в будущее, ведь застройка домами участка между Сургутом и Суходолом продолжается. Еще один значимый обсуждаемый объект для жителей нефтяного поселка – улица Школьная. В сентябре месяце здесь прошла первая стадия ремонта дорожного полотна. Однако затем возникло затишье, которое длилось вплоть до этой недели. И вот во вторник в поселок въехала дорожная техника, а значит, работы должны возобновиться в самое ближайшее время. Стоит заметить, что дорога на улице Школьная является дорогой областного значения. Заказчиком ремонтных работ выступает Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Дмитрий Сурков, служба новостей телеканала «Радуга-3».